Добрый день, меня зовут Дмитрий, я являюсь консультантом компании Axe Capital, и сегодня мы поговорим про инвестиции в недвижимость в городе Дубай. Хочу вам представить несколько инвестиционных проектов в городе Дубай, где вы можете припарковать свой капитал с гарантированным доходом до 15% в валюте. Основная инвестиционная стратегия будет заключаться в покупке квартир или апартаментов у застройщика и далее использование рассрочки, дальнейшей перепродажи. Начнем с проекта, расположенного в Бизнес Бэй. Это вот этот район, который находится напротив даунтауна, где располагается Бурж-Калифа и Дубай Молл. Район даунтаун имеет очень ограниченную площадь, в связи с этим представляет очень высокую ценность. Первым проектом будет башня Safa 2, это вторая очередь следом за башней Safa 1. Отличается она, безусловно, очень ярким и привлекательным дизайном. Обратите внимание на, только на расположенный здесь бассейн. Доходность у этого проекта составляет 33% от вложенных инвестиций на этапе оплаты. Таким образом, мы получим очень эффективное вложение от покупки квартиры в этом комплексе. Подробные цифры я вам расскажу отдельно в отдельной таблице. Комплекс, конечно же, шикарный. Вторым комплексом этого района будет являться другой проект, располагающийся южнее, именно роскошная башня, 75-этажная башня с названием SLS. Это апартаменты под управлением группы компании Accor, вложение которое вам гарантирует 7% ежегодно без уплаты налогов. Напомню, в Дубае вы не платите налоги на все ваши доходы с недвижимости. В течение 10 лет вам гарантируются выплаты в размере 7% в валюте. А также дополнительный бонус в размере 7 дней в году, в который вы сможете пребывать в своем юните, в своей студии, апартаменте ежегодно. Вы уже, наверное, знаете, где вы будете проводить свой отдых в ближайшие несколько лет, не так ли? Доходность этого проекта, еще раз говорю, 7% год и возврат денежных средств через 10 лет. Третьим проектом, очень привлекательным с точки зрения цифр, является проект башни Маймун Гарден, расположенный в новом районе Дубая, который называется JVC, Jumeirah Village Circle. Это проект полной самостоятельной инфраструктуры, покупка которого может заинтересовать как для дальнейшей перепродажи, что является нашей основной инвестиционной стратегией, так и для последующей аренды. Вот, обратите внимание на то, какая инфраструктура здесь есть. Все для проживания семьи, все для спорта. При стратегии сдачи в аренду вы будете гарантированно иметь 6-7% годовых от длительной сдачи, то есть на срок год и более. И если вы решите сдавать апартаменты, квартиру на более короткий срок, то эффективность будет еще выше, поскольку краткосрочная аренда всегда более эффективна финансово. Вот это третий объект. Доходность здесь составляет вложенных средств на 3 года до 50% эффектной цифры, не так ли? Далее я вам покажу все расчеты по каждому из этих проектов, и мы с вами перейдем в таблицу PowerPoint. Продолжим изучение этих проектов, которые только что были продемонстрированы вам в картинках, да, и на карте. Напомним, мы начнем с объектов, расположенных в районе Business Bay, и далее закончим проектом в районе JVC. Первый проект, яркий проект, если вы помните, с расположенным на высотных этажах бассейном, проект башни Safa 2 от Damac. Это
наша стратегия заключается в том, что мы покупаем однокомнатную квартиру застройщика, вкладывая в него лишь 24% на старте, и до 25 года, согласно плану выплат, оплачиваем еще 932 тысячи верхам. Таким образом, за 3,5 года мы выплатим сумму в размере 1 359 тысяч верхам, что составляет примерно 385 тысяч долларов. По нашим прогнозам, к 2025 году, когда объект будет интересно и выгодно продавать, прирост цены объекта составит плюс 25%, то есть четверть, и цена составит 2 222 тысячи дирхам, что гарантирует нам эффективность от вложенных средств в размере 33%. Годовых это 11%. Откуда берутся данные цифры, в частности, динамика роста цены? Согласно последним исследованиям MyFunk, датированным июлем 2022 года, апартаменты и маленькие однокомнатные квартиры в Business Bay последние два года росли на плюс 17%. Экстраполируя эту цифру на следующий период, на ближайшие три года, мы получаем цифру 25%. Эта цифра более чем реалистична, еще и потому, что вряд ли рост цен замедлится, скорее всего, он только ускорится в связи с тем, что район Business Bay является очень ограниченным по территории и активно достраивается. Новых объектов будет очень мало, что нам дает уверенность в том, что цены на этом обязательном районе будут только расти и расти дальше. Следующий проект – это проект SLS от Damac в том же районе Business Bay. Значит, наша стратегия действия – это покупка доли в студии. Значит, здесь достаточно прозрачные, понятные без гипотез условия. При покупке тульной доли вы получаете 7% гарантированного дохода в течение 10 лет. И в дальнейшем, через 10 лет после завершения этого контракта, вы возвращаете эти деньги. Вам возвращают эти деньги. Вот. Чем больше будет вложенная сумма, чем больше вы купите юнит, квартиру или часть этой квартиры, тем больше, соответственно, ваш доход в номинальном выражении в деньгах. Вот. Дополнительным преимуществом является то, что, обладая долей, в течение 10 лет владения этим ваучером вы можете еще жить в этом объекте на протяжении 7 годов. Я думаю, что вы теперь понимаете, где вы будете ближайшие опции проводить в ближайшие 10 лет. И последний проект – это проект Maimon Gardens в районе JEC. Вот здесь наша стратегия заключается в покупке двух двухкомнатных квартир с вложениями 1 200 000 дирхам. Если вы видите, здесь всего 10% первоначальный платеж и по 3,5% платежи раз в квартал. Таким образом, за весь период вы платите всего 1 000 000 дирхам по графику платежей, и общая выплата по payment плану или по плану, да, оплаты составит всего 1 200 000 дирхам, вот, что составляет приблизительно 327 тысяч долларов. Эффективность отложения средств здесь просто фантастическая, она действительно такая. Цена этих объектов также приблизительно вырастет на 20-25%. Вот, поскольку район очень интересный и располагается в очень классной зоне. Цена объектов вырастет с 2 400 000 до 3 миллионов. Вот, и эффективность вложенных средств составит, то есть показатель ROI составляет 50%. Если переводить на годовой эквивалент, то это приблизительно 15% годовых от вложенных средств. Спасибо вам за внимание. С вами был Дмитрий, консультант Capital Dubai. Готов ответить на ваши вопросы и предоставить более точные расчеты вам на почту или на телефон. Всего доброго.